Инженеры и агрономы, комбайнеры и водители, бригады и, конечно же, хозяйство. В агрогородке Телуши чествовали лучших из лучших. Сегодня здесь прошел один из главных сельскохозяйственных праздников – дожинки, который символизирует окончание уборки урожая. В адрес тружеников села от руководства Бобруйского района звучали слова благодарности и признательности за их нелегкий труд, преданность земле и своему делу, за выращенный и собранный хлеб. Труженики сельскохозяйственной отрасли района смогли вырастить и убрать неплохой урожай. А это более 28 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 3500 тонн выше уровня прошлого года. На полях района трудили 49 экипажей зерноуборочных комбайнов и 37 водителей, занятых на отвозке зерна от комбайна. Все сельскохозяйственные предприятия этим летом провели жатву в кратчайшие сроки. По ее итогам, лидером на уборке зерновых стал коллектив СПК «Гигант», который получил урожай с площади более чем 38 центнеров зерна с гектара. На втором месте – открытое акционерное общество «Невский агро». Здесь намолотили 5320 тонн злаков. Очень на организованном уровне прошла уборка. У нас небольшое количество комбайнов, но комбайнеры очень квалифицированные, опытные товарищи, поэтому с этим у нас вопросов не было. Караваи, на которые трудились и те, кто сеял, и те, кто пахал, а не только комбайнеры, это как бы венец работы всей убрать. А убрать, для того, чтобы убрать, надо все вырастить от начала до конца. Высокий результат жатвы этого года достигнут благодаря труду руководителей, механизаторов, операторов зерносушильных комплексов, полеводов, а также помощи различных организаций и предприятий. Лучшие из них получили дипломы, почетные грамоты, благодарности и денежные премии. Мне приятно, что меня отметили таким, что мой труд отметили таким, такой наградой. Я отсюда сам родом, и мне приятно работать на благо земли. Земли, чтобы деревня моя процветала. Вот отработали на полях люди без выходных, и позднее, когда и ранее. Ну, конечно, побыть вместе, даже свидеться вот. Несмотря на холодную погоду, праздник удался. В Телуши в этот день работали подворья сельскохозяйственных организаций района, народных мастеров, торговые палатки и аттракционы. Людмила Любимцева, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360.